Соблюдать технологию, готовить не только вкусно, но и красиво. Кредо повара, об этом знают и берчане. Городской конкурс «Лучший по профессии повар» сегодня объединил начинающих и профессиональных кулинаров. В целях популяризации рабочих специальностей ежегодно в Берске проводятся конкурсы профессионального мастерства. Несмотря на сохраняющийся режим ограничений, связанный с распространением коронавируса, в этом году было решено провести подобный конкурс. Он проводился на площадке колледжа. Членами жюри и ведущими экспертами выступили преподаватели учебного заведения. Сам конкурс проводился в двух номинациях – студенты и работающая молодежь. Это очень актуальный конкурс, позволяет окунуться в само профессиональное мастерство. Студенты для них является примером именно участники из работающей молодежи, чему-то подучиться, посмотреть на них как пример. А работающая молодежь представляет как раз-таки тот самый пример, но и тем не менее они тоже учатся у студентов. То есть такой обмен опытом своеобразный. Для Андрея Траутвейна участие в различных конкурсах профессионального мастерства не новинка. Он стал лучшим в номинации «Работающая молодежь». Рад, что приготовленное им блюдо в стенах учебного заведения, которое некогда сам окончил, жюри оценило по достоинству. Я представил сибирское блюдо под названием «Скоблянка». То есть это древнерусское блюдо, которое в основе лежит в него, что мясо замораживают, тонко стружкой нарезают и обжаривают. Также на гарнир шла репа с медом и грибной соус. Ну а победа, ну, приятно. Призов были удостоены и номинанты в категории «Студенты». По словам организаторов конкурса, основная задача – донести до молодежи необходимость овладения профессией. Ведь все профессии нужны, все профессии важны.